Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. У меня мужской характер, я боюсь, что муж меня может бросить. Смотрите. Как вам сказал мой коллега Кудряшов Игорь Леонидович, вот если и я с ним согласен здесь, я тоже не очень понял, в чем ваш мужской характер, в чем он проявляется, конкретно в чем проявляется, вот. Потому что, пока, исходя из того, что вы описали, да, вот, я не увидел, честно говоря, проявлений, если угодно, вам вот этого вот мужского как бы характера у вас я не смог увидеть. Это первое. То есть, что такое мужской характер, это вот нужно, на мой взгляд, еще прояснить. А то, что вы боитесь, что от вас идет ваш муж, то есть у вас страх быть брошенной, это, в общем-то, проблема, идущая из детства, вот, и связана она с вашей самооценкой. И нет, не обязательно для этого работать с детства, да, то есть вот, ну, если вы там, допустим, не хотите, да, или что-то еще, вот, не обязательно в этом, конечно, копаться, ну, в детстве, если вы не хотите, но вот то, что эта проблематика является условно говоря, скажем так, системной. Вот, и как бы отношение к вашей текущей ситуации не имеет, это, на мой взгляд, совершеннейший факт, вот, и, да, он немножко подкрепляет ваше поведение, да, но это отдельная история. Дальше, потому что мужчина любить не может, пишите вы. Опять же, ваш муж вас выбрал. Он на вас женился. Понимаете, какая штука? И как бы уже одно это, на мой взгляд, дает нам какие-то основания полагать, что муж вас, вероятно, вот как раз-таки не видит мужчину. Вот. Это мужчину вы в себе видите мужчину. Дальше. Вы спросите, в чем это проявляется? В том, что я вся в своих мыслях, в своих идеях, и порой окружающих не слышу. Честно говоря, это вообще не является проявлением гендера. Конкретно. То, что вы описали, да? Вот вообще не является. От слова совсем. Некая такая, если хотите, погруженность в себя, да, свойственно типу личности, свойственно определенному типу личности,
Вот, но никак не, как бы, дифференцируется по гендерному признаку. Вот. Поэтому вопрос возникает. То, что вот вы считаете почему-то, значит, ну, мужским, да? Вот, ну, на самом деле свойственно это, в общем, всем людям. Вот, а не только, знаете, мужчине. Вот. Наоборот, я бы сказал даже. Я бы даже сказал наоборот, что мужчина, который вот ну, погружен в себя, да, вот, он, ну, как бы, вот он, ну, в меньшей степени приветствуется обществом, да, нежели чем женщина, вот. То есть, мечтательность у женщины воспринимается более лояльно, чем мечтательность у мужчин. Вот. Потому что мечтательность – это чувствительность. Но хочется обратить ваше внимание вот на что. Что мечтательность, будучи, вот, как я сказал, чувствительностью, значит, обращенной внутрь, как бы человека, ну, является показателем как раз-таки того, что вы себе эту самую чувствительность запрещаете. Вы ее, если угодно, ну, в себе подавляете. Вот. Ну, может быть, это связано. Может быть, это связано с тем, что вы, ну, не получали позитивного какого-то подкрепления своей чувствительности. Вот, получали отказ, получали какой-то вот отворот-поворот, может быть. И именно вот вследствие этого вы свою чувствительность, да, в общем-то, привыкли обращать скорее вглубь своей личности, нежели чем вовне, потому что вовне, да, опасно, ну, ну, вам так может казаться, а вглубь, как бы, ну, будет безопасно. Дело в том, что я сильно зациклен на детях, точнее, их отсутствие. Тоже история чаще женская, чем мужская. Другой вопрос, что тот факт, что вы зациклены на детях, говорит об отсутствии самоценности своей. Вот. Потому что, ну, дети, они, появляются, да, дети могут, появиться, да, вот, могут не появиться, вот, то есть, ну, в этом смысле это естественный процесс, я имею в виду, ну, появление детей. То, что вы зациклены на детях, говорит о том, что вы пытаетесь через детей реализоваться. Вот. Вопрос заключается в том, за счет чего это происходит. То есть, понятно,
сейчас, вот, ну, для меня, понятно то, что вы через детей, ну, пытаетесь, ну, доказать, вы пытаетесь доказать через детей, да, что вы, ну, полноценны, вот, что вы полноценны, что вы, в общем-то, женщина и так далее, на мой взгляд. Ну, понимаете, опять же, штука в том, что вы здесь ставите свою собственную ценность в зависимость, по сути, от каких-то внешних факторов. Получится у вас дети или нет. Уж если вы в себе сомневаетесь, то я могу вас заверить, что дети проблему не решат. Появятся дети, появятся новые вершины, которых вам, условно говоря, нужно будет достичь. Вот. Дальше. Мне очень сложно слышать сразу и себя, и окружающих. Ну, с этим можно работать. То есть у вас нарушенный контакт с собой, это восстанавливается. Мне 33 года, мы женаты 2 года, детей нет. У меня подобные состояния бывают еще 17 лет. Какие состояния? Что это за состояние? То есть, как бы... Я, бывает, задумавшись о детях, могу дома забыть что-то убрать или что-то помыть, а муж мне высказывает недовольство. Я думаю, что здесь, во-первых, вы боитесь его недовольства. Это, ну, первый такой момент. А второй момент — это то, что вот еще непонятно, что с вами происходит, когда вы думаете о детях. Потому что лично я могу предположить, что это вам самой, может быть, хочется почувствовать себя ребенком, позволить себе какие-то, ну, детские вещи, может быть. Очень боюсь, что если я не изменю свой характер, то муж от меня уйдет, но он же женился на вас с таким характером. Как вы пришли к тому, что вам нужно меняться? Понимаете? То есть у вас идет непринятие себя. С этим нужно работать. Мне мама из игры часто делают замечания относительно поведения. Ну, во-первых, ну, как вы позволяете этому происходить? Да, то есть почему? Почему вы позволяете этому происходить, да? Вот, ну, в принципе. Вот. На мой взгляд, ну, опять же, не совсем здесь понятно. То есть, у вас получается не расставлены, опять же, личные границы между вами и вот мамой и свекровью. Вот. То есть, вы здесь не слышите себя. И рассказывают мне страшилки, что муж меня бросит, ведь баба, мужик, который я, по их мнению, являюсь, ни одному мужчине не нужна. Чем женщина от мужчины отличается? Так вы, баба, мужик, по их мнению или по своему? Непонятно. Чем мужчина от женщины отличается? Мнением только чувствовать, слышать окружающих, чего не скажешь обо мне. Почему вы так думаете? Женщина разная бывает. Понимаете? Женщина — это в первую очередь эмоциональность. Понимаете? Это порывистость, это некая импульсивность, это мягкость. Понимаете? Мягкость. Дело здесь не в этом. Но бывают женщины пожёстче. Бывают мужчины помягче. Это очень расплывчатая история. Ваша установка относительно того, какой должна быть женщина и каким должен быть мужчина, очень ригидно, то есть не гибко.
умением, так, сегодня скажешь обо мне. Как так сделать, чтобы они отстали от меня, понятия не имею. Ну, так повышать уверенность в себе и не подкреплять их поведение. Ведь они мне не помогают, причиняют еще большую боль. А в чем эта боль, позвольте спросить, ну, заключается? Что это за боль? То, что боль, понятно. В чем она заключается, эта боль? Это боль. Вот, что у вас с чем конфликтует? А дальше, если у меня и правда плохое поведение, то пойду к психологу. А когда это понадобится, и на исповедь. Ну, понимаете, к психологу не идут, когда у кого-то плохое поведение, потому что психолог не учитель и не воспитатель, да? Вот. К психологу идут, чтобы разобраться в себе. Вот. Ну и кроме этого, вы уже обратились к психологу. Примерно через 5 минут могу сказать обратное. Главное, что ты прекрасная жена, в дальнейшем не менее прекрасная мама. Какая разница у тебя, что там у тебя на работе? Уволят, не беда, слава богу, у тебя есть на кого надеяться. Вот. Ну и есть, ощущение, что вы здесь стараетесь оправдать ожидания, что вы их хорошая жена, мать и прочее. Удивительно, что во всем этом полностью отсутствует компонент личности. Его как будто бы нет. Так, дальше. Я им о проблемах, ну, по работе иногда рассказываю, но мне от такого поведения еще тяжелее. В чем тяжесть? Почему рассказывать и маме, и свекрови, у вас нет подруг? Вот, ведь я не знаю, чего от них ожидать, да, чему же верить. Ничего ожидать не нужно, и верить, я думаю, тоже нужно только себе. Я не думаю, что хороших идей является верить кому-то. Вот. Так, дому же у меня двух каких парней не было, то, что те мне делали замечания относительно мужского характера, бесчувственности, тоже уже через 5 минут могли сказать обратно. Вот. Ну, это, опять же, бесчувственность нужно исследовать. Вот. Что вы имеете в виду, на мой взгляд, вы совершенно не бесчувственны. Вот, поэтому тут нужно смотреть. В целом, есть ощущение, что вы все время привыкли полагаться на других людей, вот, а не привыкли полагаться на себя. Вот. Ну, я думаю, что психолог поможет вам это поправить. Вот. Такая вот история здесь. Дальше. Помогите, пожалуйста, сил больше нет, так жить. В чем помочь? И как именно жить, у вас нет больше сил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Всего самого доброго. Удачи.